Это должен был быть что-то вроде годного реплея 3. Но, блин, Бархан не понимает. Он говорит, что это все просто вот так вот. Смотри, реплей сид. Скинул канал. А там кидают в этом канале какие-то реплеи на красных картах с десинками. Или где нубы играют, просто стоят. Я построил 10 мегалитов, стою. Ими. Уже вот полчаса. Посмотрите, какой мой эпичный реплей. Вот это просто невозможно. Выбрать там годный реплей. Если их вообще туда кидают. В общем, тут на ускорении сначала, потому что может показаться, что тут экшон есть, но его не так уж и много. Так, на паузу нажмем пока. Вот как я понял, эти сидят войси из одного клана. Поэтому они должны быть более сыграны. В общем, я этот реплей тоже не досмотрел, но вроде десинка тут нет. Так что... надеюсь, хоть что-то среднее. Карта, по крайней мере, мавген, но хоть не вырвиглазная. Забежал, отбежал. Мехи убил, отбежал. По чуть-чуть. В общем, если у вас есть годные реплеи, вы их видели. И вот кто там скидает, скорее всего, это... не есть годные реплеи. Ну, тут пока что обычная позиционка. Вот синий должен был бы помогать этому, или белый комом стоять, не давать проходить. А так, видите, зеленый разрывается, а коричневый и в одну дырочку с бирюзовым, в другую проползает. Так, по Тетриаиру. Ну, чтобы хлебушек-то уже на 9.20 был бы страт, особенно с таким количеством мехов-то уж точно. Вот это 400-сотник. Его можно понять. А вот этого я уже не могу понять. Вот когда делается аирка, первый инженер, потом скаут. Вот что это должно означать? Вот этот мув. Типа, противники, я вам сообщаю. Сейчас, когда полечу на ваши базы, Т-3, что у меня есть уже Т-3 АИР. Немедленно стройте зенитки. Немедленно. Или хотя бы свою АИРку, да, пойти. Хотя вот как этому АИРщику? Зеленый пропустил. Может, он, конечно, не виноват, но он мог законтролить. У него юнитов было достаточно. А теперь на одного АИРщика у них меньше. Этот, ну, ассистит, конечно, да. Вот такой ассист точно переиграет. Так, тут дроп летит, танки, арта. Ну, можно миксовать, правильно. Это чтобы легче убить всяких инженеров. Приоритет на мехи и сразу сюда. Посмотри, куда он просто. Что, не видит, где база, что ли? Завод не ассистится. Вот как вы это объясните? Почему нету страта? Страт может убить... у них Т3 гена, все еще нет. Страт может убить пол карты с мехами. Т1 АИР они вырежут, у них достаточно. Плюс они, скорее всего, 8. Опять-таки сидят одноклановцы. В чем проблема? Тупые ганшипы делают. Тут эффективный был дроп. Можно повторить. Оп. Ну, видимо, этого и будут снайпить. В него ТМЛ-ка попала.
догадался все-таки страт делать. С этим вот есть снайпами на мобогенах одна проблема. Их играет фулшер. Ну и типа вот, ну вот ты убил этого. Да, ну и... Юниты все взорвались, нормально. Ой, тут пока что донат я вижу, массу. Если честно, я не понимаю, вот этих снайпов... Можно заснайпить два какого-нибудь игрока, если он там один. Ну да, ну это полезно, я буду считать. А вот просто так, ну вот какой смысл? Ну заснайпил, это что, вот за что? Ты отомстил ему за Т3-мех, что ли? Вот опять же, вот у противника на 16-й минуте вылетает первый СФ. А ты можешь, ну все мехи на карте, ну застратить. Это же выгоднее будет, а ты такому убил и чего? И все у них осталось. О, летит пробитие. Аирщики это видят вообще? Нет, не видит. У него есть аир, не контролит. Аирщик очнулся, так, так. Так, подождите, там два важных момента. Я вон вижу, страты летят слева. Так, этот пока отвернулся. А тут что? Сразу по щиту. Надо два захода, как минимум, три страта. Угу. 3000 хп. Вон летит добитие. Будет ли пробитие? Там есть пробитие, а тут? Тут тоже, блин. Вот, ну вот, если бы это в моей команде такое произошло... Вот что бы я спросил? Аирщик, а у тебя куча эсэфов. Вас даже два аирщика. А почему вы не сбили корсары? Господа. Ну мы же нубасики. Мы же 1600. Мы на патруль ставим, а потом как пойдет. Он даже Т3 инжа дропнул. Любопытно. Много флаков. Так, 5 штук. А тут корсаров сколько? Ну, в принципе, одного залпа может хватить, но если там поддамажить. Не знаю. Пробитие. А добитие где? О. То есть челикса, которого сначала пронесли, и вот снова проносит таким же методом. Закорсарил два челика. Ну вот какой смысл, опять же? Они в войсе, фулшер. Не, может, и имеет смысл, если думать так, что вот они не будут контролить, поэтому мы решаем избавиться от части игроков, чтобы этого не было. Блин, ну вот зашли вот эшелохи, танки, вот сколько можно убить все мехи, все, ну вот что это такое, блин, просто, чтобы добить вот все эти мехи, ведь что надо сделать, один клик одному аирщику на этот аир, и один клик другому аирщику, и тоже сюда отправитесь, все, пол карты мехов решается у противника, в чем проблема? Отправить. О, боже мой, 1600. Вот это, 1300. Сидят 8. Казалось бы, можно понять. Но чтобы понять, надо подумать ведь, да. Вы правы. Не все так просто, оказывается. Тут смысла нет на турели идти. Лоялисты. Пока что это донат. Итак, сверху остался
костяк команды. Ну, какая разница, если они все 8. А тут разрозненные формирования какие-то с Т2-мехами. Ну, вот реально, как обидно. Там столько шелохов было, столько танков. Ну вот это все можно было пронести, вот эту всю область. Просто один клик. От одного хотя бы аирщика. Даже не от двух. В чем проблема? Недостаточно зенитку он понял. И посылает назад. Угу. Ну тут затуп жесточайший. Тут зенитки есть. Блин, вот он пытался куда-то пролететь. И не сросло что-то. На этот раз зенитки были. Если бы дроп долетел, или хотя бы вначале летел обычный... Точнее, необычно, также Т3 транспорт, но не загруженный, а следом за ним загруженный, то бы можно было бы все мехи, наверное. Хотя тут биопауэр есть. Турели быстро встанут. Угу. 1200 невстроенные мехи. А которые встроены, они и то криво. Он что, это у Суи увидал, как надо строить АИР? Двадцать шестая минута. Если бы тут был Роберт, этот телепортнут. Этот телепортнут. Хотя нет, там турель есть. Ладно. Ну, этот телепортнут. Этот телепортнут. То есть остался бы в нижней команде один игрок. А верхний кто бы остался? Так, тут турель есть. Этот телепортнут. Этот телепортнут. То есть два в верхний. И три в нижний. Можно телепортнуть. Вообще дорого вот так корсары делать на добитие. Я красный этот ему передал. Оно, конечно, помогает, я не спорю, но вот сколько раз не убеждался, против эксп лучше эксп вложиться. Ну, одно дело, когда не успеваешь, да, можно корсара, а когда успеваешь, то лучше эксп. 44 тысячи здоровья и зенитки сплошные. Смысла нет. Экспо стоит. В принципе, вот если на инкам посмотреть, 700. Можно делать геймендер. Даже на 500 можно. Ну, 700 это точно. Ну ладно, можно для страховки построить 2 экспы. Да. И скаутить, если появляются новые, ну еще... добавлять постепенно. А так, ну, геймендер. Все, 28 минута, пора. Ресы есть. Реклейм на карте. Тоже есть. 51 тысяча. Вот что тут скажешь, конечно. Это на 1600 база вот не выглядит. Вот с другой стороны тоже на 1200 база не выглядит. Ну что это Т2 гена делает? Что это за обстройка? Это вот надо, чтобы подрывать хайвы, когда их убьют. Коннекты.
Пока что вообще непонятно. Я бы сказал, что я не мог ожидать развития такой игры от таких рейтингов. Потому что сейчас, на данный момент, ничего не происходит. Вот что бы, если был я в команде, что бы я мог сказать, увидев вот такое? Т2 мех. Т2 мех. Т2 мех, 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 Т2 мех. Ну это кошмар какой-то. По-моему, 1600, ну, чисто в теории, должен понимать, что атаковать двумя итотами без прикрытия Аира, когда там Аира дохренища, плюс еще 2 экспы, не стоит, а лучше сделать геймендер. Даже пусть Елону. То это все равно будет лучше. Так, Аира больше. Снизу. Почему не делают Ахласу? Вы спросите. I don't know. Пауков хватит это продавить, мне кажется. Причем настолько, что до базы можем пройти. Там персиков, по-моему, чуть-чуть. В основном титаны. Итак, тут Т2 мех, но продавить можно прямо до базы. Окей. Никакого препятствия я не вижу. Тут 2 экспы лежат. Из-за фэтбоев не зареклеймить. Почему стоит на фронте? Это что, байтит? Вот сколько недополученной массы в игре у верхней команды? Потому что просто Т2 мехи стоят. Да у нижних тоже. Господин Т2 мех. Не телепортнутый. Почему его не телепорт? Непонятно. Этого почему не... Непонятно. Этого-то... Чего? Не телепортнуть. Потому что там ганшипы. Ну, отстроились, да, ганшипы. Но вот улетели, и сейчас самый лучший момент для телепорта. Вот этот как раз все равно ничего не делает. Какой от него проб? С таким количеством ганшипов можно на белую базу залететь. Там одна зенитка. Т3. Этот строит вместо щитов зениточку одну. Одна зенитка его спасет. В принципе, можно зафокусить кома. Но это надо фокусить. Тут зафокушен, а тут... А тут что? Непонятно. Куда он улетел? Вот тут надо гены. Вот помните, я говорил, взрывается от гена все. Фокусишь гены, и пол базы взрывается. Так. Что? Он садит, что ли? Что это вообще? По-моему, он их просто не контролирует. А этот где аирщик? Они же в усе сидят. Можно убить половину. Снова карты, есть шанс. У них несколько шансов было убить половину карты. Сюда нюку кинуть. Сюда нюку кинуть. Это когда тут заезд мехи, было половину можно мехов на карте убить. Вот что он не летит? Вот реально. Сколько эти ганшипы там летают? И никто не заметил, что ли? Или они не в осе сидят? Можно было тут полететь. Но через зенитки-то прямой. Я ничего не боюсь. Что это? Зенитки. Зеленый все вроде подлетел и думает, полететь или нет? Полететь или нет? Решается. Вот там ганшипы уже минуты 4 летают. И тут он решается, когда осталось 2 ганшипа, и он прилетел. Ой, а ганшипов не осталось. Так, так, подлетал под 20 зенитками, слил половину Аира и успешно улетел. Все.
Т2-мех. Т2-мех, 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 Т2-мех. Все еще Т2-мех. Понятно. 1200. Ник «Мертвый песок». Это как бархан, только уже мертвый. Это какая-то жесть. Я вообще не понимаю. СМДшка не заряжена. А там нюк. А, не... ну да, я видел, нюк и строится. Пока что я вижу, слева снова можно второй раз натиск успешный совершить. Главное не тупить. Так, у коричневого меньше всех баз и меньше всех биопауэра. Даже если бы у него была масса, то бы он не смог и тот вовремя построить, потому что нету ассиста, нет инжей. А они все инжи на мех послали. Ведь столько ведь 9 Т3 инжей на мех, да, необходимо. Ну что ж, тут есть страты, а легко убьют. Это экспо, правда, сдохнет. Только начало заряжаться. Вот смотрите, я и говорил, на какой, на 28-й? У него инкам был 700. Что он с вас это делает? Свои вот. Ну там Т2-мехи стоят. Туда атаковать смысла нет. О, они видят. Встал у СМДшки. Ну тут зениток много. 44 тысячи хп, это бессмысленно снайпить. Даже много страт, конечно. Но столько щитов, ну это не пробьет, по-моему. Ну да. Просто... Вот тут масса в стратах было. На арты 2. Т3. Этот слил весь почти суаир. Помните, он тут летал, и сколько у него было? И осталось ничего. Ради чего? На фулшере такое делать. СМДшку ему убили. Но СМДшку убили не потому, что ее фокусили. А потому, что он стоял у нее. Зачем-то. Это все, конечно... Да. И вот стоит оценить порой. Что лучше делать? Вот такой натиск заноса, насильное вталкивание массы в чужие базы, либо геймендер. Иногда, мне кажется, стоит выбрать наиболее безопасный вариант в качестве геймендера. Аир где контролится, не контролится на патруле? На патруле полетел, окей. Уже не патруль, это видно. Зеленой базы нанесен был вообще небольшой ущерб. 3 меха, по сути, потерялось. Стоило ли 2 экспы, чтобы убить 3 меха? Ну, как сказать. Можно было бы задержаться тут. Ими зенит подождать новую партию. Тут даже Т2-мехи апнули. СМДшка. Что там по нюке? О, он ее ассистит. Ну куда тут можно кинуть? Сюда можно кинуть. Сюда можно кинуть. Сюда можно кинуть. А у этого где-то тоже была СМД. Не заряжена, серьезно. У белого тоже не заряжена. Она недавно стала. Ну что, хорошая цель. Так, сюда.
принципе, кидай куда хочешь. Заряжена на карте только одна СМД. Замечен пуск стратегической ракеты. О. Понятно. Со шифтом мы видим. 1600-ник. У меня есть скилл. 800 инкама. Чекайте. Сейчас напишу. Ой, я отходил водички попить. Как же, где мой скилл? Он даже не заметил, что его нюхали. А, он даже не заметил, что мы СМД убили стратами. О, какой был налет стратами, а он даже не заметил. И вот теперь самое опасное. Когда 1500 инкама аккумулируется в одних тупых руках, что может случиться? Не, ну, конечно, может случиться Мавр. Может случиться Аир. Или Т2 мехи на 41-й минуте. Сколько Т2 мехов может случиться? Да, всего ничего. 17 Т2 мехов. Наверное, я еще не все выделил. 17 тут, 2 тут. Разных фракций просто не выделяются сразу. Так, тут снова можно продавить. Мое экспертное мнение. Но не давится что-то. Ну, чел, ну построй ты Мавр уже, а? 1500 к спутнике делай. Инжи стоят. Вот 1500 камер. Что, серьезно? Ну, может быть. Все-таки надо бы построить game N. А может и не надо. Действительно, о, начал ты 2 мехи абать. Понял, что пора. Этот еще не понял. Все впереди у него. Мне кажется, действительно, на Т2 мехах экспы лучше строится, чем на Т3. Некуда спешить. Ого, какой ассист. Так. Замечен пуск стратегической ракеты. Так. В какое из 1000 мест без СМДшек отправлено... Ну сюда, ладно, тоже можно было, чтобы фэтбои проехали. В принципе, разумно. А вот что неразумно, вот эта база была убита с экспами лежащими. Ее никто не занимает. Вот сколько тут? Это жесть. За их... Не, включу на их вот здесь. 225 массовик. Это геймендер у них лежит. У этого 1500 инкама, но он может и без рекламы построить. А эти-то... У них просто реклейм есть. Что? Почему? Иди вперед, ничего тебя не останавливает. Этот фэтбой, что ли, ты его насквозь проткни... Вот что это такое? Дохлый песок. Текс. Смотрим. Летит. Почему они уже ГГ пишут? Это не ГГ. Это Game Ender должен быть. Одна есть. А в эту прокси-базу, ну... Такой себе выбор, ну... В принципе, можно. Нюк это окупится, но... А почему не сюда кинуть? Не в эти экспы? Хотите узнать стоимость такого билда? 21 штука. Это стоит 1900 массы. Это получается 1900 умножаем на 21. Почти 40 тысяч массы. Кошмар какой. И он продолжает делать еще 40 тысяч массы. Здесь и рядышком. Ну это, наверное,
Вот некоторые делают хранилище массы, а он делает альтернативное хранилище массы. Потом взорвет, когда догадается геймендер делать, или он может копит массу на Т2 мех, чтобы апнуть вот этот, или вот этот, или вот этот. Ну потом, как-нибудь. А мне кажется, что-то сюда нюкнули, а нюкнули... Что, не во рту нюкнули? Чтоб хэдбой проехали. Ну, белого-то я могу понять. 15 километров карты законтролить — это тяжело. Ну вот что легко? Начать делать геймендер. Особенно, когда есть масса. Я не понимаю. Ну вот почему не делать геймендер? Ну здесь-то, ладно, не хочешь, Мавр, да блин, строй. Илону хотя бы, ну. Биллпауэр есть. Энергия есть. Все есть. А мозг? Ну вот тут я не проверял, конечно. Так, этого телепортнуть можно, этого телепортнуть можно. Этого можно телепортнуть. Даже на Т2 мехах, чел. Начал уже геймендер, не выдержал. Ну а как? Этими фэтбоями я бы просто ехал прямо на зенитке вплотную, а почему нет? Начали занимать мехи. Ой, ты, заметили все-таки. Нюка есть. Давай сюда. Или сюда. Тут недавно построено. Ну вот он. В экспо кинул. Молодец. Я не понимаю, вот, как правило, игры не выигрываются не потому, что... Что мешает этому протащить? Он 20 раз мог бы... Ну какой-то обсер, он просто поворачивает назад. Ну что там, один фэтбой остановит кого-то? Он шел мегалитом на фэтбоя, сантиметр ему был, и не дошел. Отвернулся, все можно было. 1200, кажется. БДЖ... Это не игрок. Это... И тот отошли, кстати. Ладно. Но они не из-за нюки, мне кажется, отошли, а просто так, на фэтбой. Интересно, о чем он думает? У меня не хватает массы. Построю я масфабы. 47-я минута. Геймендер? Нет. Еще рано. Этот думает. Ну там один фэтбой. А у меня здесь 80 тысяч массы вложено. Атаковать еще рано. О, значит, верхние знают про скатис. Но думает... Илону строить? Еще рано. Мавр? Еще рано. Мех занять? Или экспус рекламенью геймендер? Еще раз. Я вот тоже не понимаю. Но, боже. Ну неужели? Ну вот у тебя же такая область. Вроде... Да, 15 км карта, но контролить-то немного надо. Что тут контролить-то? Лежит уже поменьше, не 250, хотя, может, область. Ну, 200 тысяч массы. Ладно, лежит. Я бы фэтбоев кинул, это нюк, конечно. Наконец-то догадался. Но теперь это ничто не остановит, если он опять не отвернет. Его может остановить Бирюзова только собственная тупость. Больше я не вижу, что его может остановить, кроме этого. Вот возьмем этого Челикса в качестве примера. Вот он видит. О, 200 тысяч массы у меня тут лежит. Ну, когда я смотрел, 225 лежало. А сейчас Мавр стоит, смотрим, 224 тысяч массы. Почему не сделать вот тут так вот?
Ну ладно, не обязательно мавр, ну хотя бы просто арту. Это что? Апает что-то. А, там вроде клака апалась. Капец, ганшипов-то. А Ира до хренища. О, 300, а у белого... У белого побольше, кстати. Может и выиграть. Ну, видите, надо контролить, он за ганшипами. Он дает залететь все хвосты. А, нет, он часть распределил. Или что это такое? Они не стреляют у него. Они у него... Или стреляют? Они не стреляют. Что за хрень? У него было на сотку аира больше. Но они не стреляли, он просто их... Это капец какой-то. Вот этот вложил 80 сюда тысяч массы в эту штуку, ему было не надо. А вот БДЖ мог бы это сделать, чтобы защитить своего союзника, проход свой. И тот должен идти вперед, я бы сказал, на хэтбоев, мимо этой. Но кто меня услышит? Вот опять же. Ресурсы выиграть были у верхней команды. Командующий атакован. Не было причин проигрывать, не было. И он, они пишут ВП, а этот ГГ. Вот удивительно, мне кажется. Вот я до сих пор не вижу причин, почему они проиграли. Ну, я имею в виду, кроме тех, что они просто не кликали. Построить экспу, построить мавр. И тут. Аир, файт. О, я лечу, у меня больше аира. Ой, я остановлю весь аир, чтобы он не стрелял. Что это было? Этих тпхнули, этих тпхнули. Ну, в нормальной игре, я имею в виду. Не здесь, конечно. Этого не тпхнули, Т3. Наверное, все-таки... Хотя, может, разменяться можно. Но тут сакушки, так что... Нет, сомнительно. Ладно. То есть, тпхнуть тут можно троих. Вот сюда. ТП. Убиваешь двоих, потом на этого. Или лучше вообще на мавр. ТП... А чем они его убьют? Ганшипы быстро не прилетят, 15 км. Успеешь назад вернуться. В общем, вот такой реплей. Я уж не знаю, был ли он годным или негодным. Может, вообще неугодным. Но я реально смотрел 3 часа реплеев, и там это кошмар какой-то. Либо уродские карты, либо ничего не происходит. Либо нубы говорят, о, посмотрите, как мы эпично затащили. И там просто стоят... Я построил 10 мегалитов. Да, он построил 10 мегалитов. И полчаса они стоят. Был реплей, где играл один из модераторов. Он так... Ну, это не тот, о котором вы думаете, а другой. И, ну, я подумал, про него нельзя плохо говорить, а иначе... Иначе, да, санкции будут. Но там было совсем все очень уж прискорбно. Поэтому я решил, чтобы не злить модератора, этот реплей не обозревать. Ну, там и ничего особо интересного не было, просто каток в одну сторону. Тут можно тоже сказать, что каток в одну сторону, но даже не знаю. Шанс был. Вот что останавливало? Что вот мешало 1600-нику догадаться не стоять на фронту на 30 какой-то минуте, когда его нюкают? Не знаю. Что ему мешало догадаться
на 28-й минуте строить Елону? Я не знаю. Вот они догадались, когда уже поздно было. Вот этого, БДЖ. Ну, БДЖ, ладно, играть не умеет. Ну вот этот-то зачем? Тратит на Т2 меха 80 тысяч масс. Тоже непонятно. Где зенитки надо строить? Конечно же тут. А может быть у Маура? Тут? Вот как это понять? Я не понимаю. Вот. Когда они играют... Иногда я действия союзников не могу объяснить. Но они же должны понимать. Хотя, может, и не должны. Ну, в общем, ладно, спасибо, что смотрели. Да, такие реплеи в дефицит. 3 часа отбирать их, это, конечно, среди мусора копаться. Такое себе удовольствие, но все равно ничего годного особо не нашел. Это хоть... Что-то среднее, потому что карта не такая уродская, мобгенная, без десинка, не совсем нубы и, в общем, что-то среднее. Всем спасибо, что смотрели, и до следующего раза.